Всем привет, это продолжение моего FFA сериала в Endless Space 2, в котором я играю за Горацио. Если вы не видели первую серию, то рекомендую перейти к ней. Ссылка появляется в верхнем правом углу, либо в описании. Все-таки приятно смотреть с самого начала, а не с середины. Ну а всем остальным приятного просмотра. В течение 10 ходов быть уверен, что минорные цивилизации достигнут 348 по всей галактике. Ну, то есть, не ваша основная цивилизация, а минорная. Отличное здание, как раз для меня. Все, 50 у меня. Горацио еще и культуры кучу сейчас будет валить. Модуль левый ненужный мне нашелся. Блин, так медленно у меня прокачиваются герои как-то. Ну, они прокачиваются в зависимости от производства, которое тратится на создание всего. Калкис. Это новый стратегический ресурс. Кстати, неплохие планеты можно колонизировать.
Так, этих ребят ассимилировал. По квесту, где там надо в системе Риа на любой планете, ладно. Так, еще, кстати, одну систему могу колонизировать. Вообще, мне вот эту захватить надо. То деревьев дали, но правда, к сожалению, оно мне нафиг не надо. Если бы мне жадоникса дали, вот это я был бы очень счастлив. Получил ачивку, видимо, за то, что шестерых. Ассимилировал. Так, денег мне не хватает. Минус пошел. Кстати, надо бы что-нибудь открыть тогда на деньги. Четыре нападения, 532 защита. Ну, по идее, должен выносить.
Где по победам? Третий по очкам, третий по супримаси, третий по конквесту, первый по науке, четвертый по экономике. Ну что, объявляем войну? К сожалению, там войну все в этом альянсе тогда вступят. А у меня нету культуры. Пока. Ладно. Два хода надо подождать. Слушайте, а герои вообще на рынке бывают-то? Хоть иногда. Бывают, надо их вовремя выкупать просто. Я каждый ход захожу, смотрю. И вообще ни разу не видел, чтобы они были вообще.
Блин, где это? Thank you.
мастера, это ты напал на Леш? Нет, я напал. Блин, не то открыл. А, нет, стоп, все то. Это еще не открыто просто. Так, 1, 2. Деньги у меня уже есть, поэтому вот это отменим.
Ну, Бифокус, а ты зачем напал? Так на варианте. И что? Я вообще стреманулся, думал, ты на меня нападаешь. Ну так, лети обратно. То есть ты на меня не нападал, да? Я на мастера напал. У него планета прям внутри моей этой. Внутри моей империи. Тут полчаса игры осталось. Ты вообще побеждать как-то планируешь? Конечно. Вопрос, вы не спеша ходите? Что? Вообще да вообще не торопитесь, пока ходите. Но мне просто нет. Достаточно странно. Я успеваю сходить и еще жду, несмотря на то, что у меня 16 систем и очень много кораблей. Ну, то есть успеваю все сделать. Ну, я, по-моему, еще ни разу последним не ходил. Кто-то, да, не спеша ходит.
Что там вообще? О, ваш альянс близок к победе?
деревьями. Сейчас светками бить будут. Видимо, не хочет, чтобы вы побеждали. Он просто хочет всех побить ветками. Альянс с деревьями воюет. Да.
Ну, я так понимаю, если у вас альянс, то и очки суммируются в конце игры. Не знаю. Harmony, the unfallen. Если очки действительно суммируются. Лёшу порабощать. На ачивку выполнять. У него там орехалка, оказывается, есть. А я его ищу по всей галактике. Да-да. Есть такое. Печально, что у нас таймер. Еще бы я, может, даже научно быстрее. Уже близок к получению победы экономикой. Бабки, бабки, бабки.
давно уж напал. Ну, ты, а, ну ты же не знаешь, суммируется, не суммируется. Ну, так, позволяет вам создать альянс. Все, сейчас выучу. Сейчас жуком создаст альянс. Так, 4 минуты осталось. Ну, на следующий ход сделаем, норм. Блин, взялась. Мы теперь близки к одержанию победы Супримаси. Не, ну это, конечно, фигня. Прям, походу, ребята, давайте жить дружно. Походу, надо как-то в сетевых играх тогда эти альянсы запрещать. Или, может, есть возможность отключить победу альянса? Каким-то образом, не знаю, надо в настройках смотреть тогда. Ну, посмотрим, тут 2 минуты осталось. Ну и карта все-таки великовата, как мне кажется. Надо как-то, чтобы потеснее было. Мне было тесновато. Надо было сразу на тебя нападать. Просто прими бой. На меня нападать? Да. Так я ачивку бы сделал. Так вот эта система Персиус, она как раз далековато от меня самого. Ну ты же, наверное, видишь карту. Я тебя полностью вижу. Я ее ставил, потому что там антиматерия есть. Ну и все равно она мне не понадобилась. Ну все, я так понимаю, следующего хода уже не будет. Скорее всего. Ну, заканчивайся. Так, как у меня бой идет. А, у тебя бой идет? Точно. Так, какой именно? Что он упал?
То есть с кем? С мастером. А. Ну так, а что, ты его просматриваешь, что ли, или что? У тебя есть оповещение будет? У меня долго висело ожидание, а потом вообще... Мастер пишет, что он завис. Просто заканчивайте ход. Уже все сделано. Нет, не хотите просто ход заканчивать, да? Что-то надо еще поделать. Угу. Халецкий, как такое предложение? Ну чисто, если я тебе все технологии скину, у тебя очки повысятся? Не, ну слушай, ну давай уже не будем прям... Ну ладно, ладно, согласен. Тут просто надо механику альянсов как-то... Ну, надо смотреть, может, там можно отключить победу альянсом. Потому что, ну, как бы, само по себе в альянсы вступать, по-моему, нормальная идея. Но то, что по очкам альянс может победить... Вообще, мне странно, сама по себе победа совместная какая-то. Мне так... Как-то это странно. Камрад! Что вы там, деретесь, что ли, до сих пор? Я... Yeah. Камрад, попробуй принять то, что я кинул. Не, насилие увеличилось. На сетку. Смотрите, а у нас время еще одна минута осталось. Ну да, мы когда загрузились, у нас как бы... Почему-то время обнулилось на один ход. Ну что, заканчивайте ход, посмотрим итог. Камрад. Ну, опять этот косяк с губ.
Ну что, в итоге все равно, типа, наш альянс победил по какой причине? По очкам. Да, все-таки складываются очки. Складываются очки. У меня еще не вылез экран победы. Ну, у меня вылез. Winners Халецкий, Комрад Гео, Transpersonal Psy и Score написано по очкам. Ну, спасибо за игру, но я считаю, все-таки это странная вот эта победа. Чисто, ну, я поздравляю Transpersonal с победой. Я не думаю, что мы тут с Комрадом какое-то имеем отношение. И я не думаю, что как-то... Блин, если нельзя отключить победу альянсом, то надо что-то с этим делать. Должно быть можно. Во-вторых, просто как правило, что в альянсы не вступать. Ну, с другой стороны, это хорошая штука, альянс-то по-хорошему. Если вас беспокоит чисто... А с другой стороны, у некоторых фракций есть бонусы игры на альянс к экономике. Так может просто под конец, правило, что под конец игры надо выходить из альянса? Нет, не то, чтобы прям выходить, но если уж игра по очкам выиграна, то смотрим, у кого больше очков. Но... Да зачем? Вот идет последний ход, и мы просто все выходим из альянса. Ну, спасибо за игру. Тогда всем. Всем пока. Пока всем. Итак, давайте поговорим о том, как все-таки прошла игра. Очень важная моя ошибка была, я говорил об этом в одном из гайдов, что я взял ресурс роскоши для улучшения моей колонии, того, который я не добываю. И получилось, что я многие свои колонии даже до второго уровня не смог улучшить. Да, конечно, ресурс роскоши классный, он производство дает, но дело в том, что его у меня мало, и мне неоткуда было его взять. И получается, у меня все колонии к концу игры первого-второго уровня были, и это очень-очень маленький прирост всяких бонусов. Получается, что я просто сам взял себя и ограничил, а так как поменять ресурс на ап-колонии невозможно, то вот получилась такая фигня. Ну и победа альянсом, конечно, я считаю, что FIFA это неправильная штука, потому что тут должны играть именно на свою победу все люди, а когда вот такие альянсы, лучше играть командную игру, там 3 на 3 ту же самую, и можно было посмотреть, кто победит. В итоге, ну, конечно, я считаю, что тут Transpersonal победил, он намного сильнее играл всех, и то, что мы с ним в альянс вступили, это только для того, чтобы не дать другому альянсу победить, здесь в его пользу была игра. Ну и графики можете посмотреть, как мы развивались. В общем-то, у меня все не очень хорошо, откровенно было. Но игра интересная, буду продолжать. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Леша Халецкий, тот, кто сделал это видео. У меня к вам несколько просьб. Во-первых, не забудьте поставить лайк, а во-вторых, поделиться этим видео. Раз уж вы досмотрели до конца, видимо, оно вам понравилось. Я вам буду благодарен, и это поможет распространению моего творчества для более широких масс. На этом все. Играйте в умные игры.